Приветствую всех из Одессы. 19 июня 2023 года. Время сейчас 13:20, и в Одессе что-то гремит. Периодически раздаются какие-то то ли взрывы, то ли гром. Вроде бы как и не пасмурно, но на сегодня передавали штормовое предупреждение. Там с порывистым ветром, со всеми делами. Вот. И рано утром сегодня я уже говорил о том, что был сильный гром. Я еще подумал, что какие-то взрывы, они прям проснулся перепуганный. Вот, а сейчас не знаю, нет никакой информации по поводу того, что происходит. То ли взрывы, то ли гром. Но так как не объявляют воздушную тревогу, значит, никакой опасности для населения нет. Если взрывы, то это учение наших военных. Вот, что хочу сказать по поводу гари, по поводу запаха гари в городе. Я уже выставлял сегодня видео, там Таирова вообще полностью дымом затянуло. Я сейчас нахожусь в Аркадии, и тоже в воздухе присутствует запах гари. Такие вот дела, друзья. Берегите себя, я на связи. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.